Новый стадион с воркаут-площадкой, спортивными сооружениями и современным футбольным полем получат 1 сентября учащиеся средней школы номер 5 имени Калинина города Гродно. Как идут строительные работы на месте, оценил начальник отдела образования Гродненского горосполкома Андрей Симанчик. Комиссия еще раз обсудила проект будущего объекта. Посмотрели, где будут размещаться баскетбольно-волейбольная и пляжно-волейбольная площадки, беговые дорожки, прыжковая яма. Первый критерий – безопасность и удобство для детей. Хватит ли быть захода на эту площадку? А мы сейчас туда пойдем. Мне кажется, и оттуда нужно делать ступеньки. То есть все равно они пойдут на траву, и чтобы попасть в турник, не будут же между ними. Да. Ремонт у школьных спортивных площадок, особенно в более старых учебных заведениях, уделяется особое внимание. Каждый год обновляют по несколько стадионов. Этим летом новые воркаут-площадки появятся еще в двух гродненских школах – в 22-й и 32-й. В 5-й же обещают сдать стадион до 20 августа. В принципе, в каждой школе ведется где-то силами самого учреждения образования, силами сторонних организаций, где-то текущие, где-то капитальные ремонты. На особом контроле, конечно же, это у нас еще в учреждениях образования установка оконных блоков. Сейчас проводятся процедуры, готовятся сами оконные блоки, начиная со следующей недели. Уже будут работать комиссии, которые будут смотреть степень подготовки учреждения образования к новому учебному году.